забыв принять на ход ноги. И вот я тут снова и снова один. По веткам еловым иду искать дом. В подъезде хрущевки межэтажей я что-то нашел. Народ, всем салют! Вы на канале Режим Медведя. Режим Медведя приехал в Пшаду на скалы. Сегодня мы будем лазать. Сейчас покажу вам, куда мы идем. Короче, дорога, можно сказать, напоминает дорогу на дольмены пшадские. В общем-то, вот там вот получается куча машин стоит. Вот, людей возят на водопад Русалка и так далее. Я там уже бывал, интересно, но на разочек. Вот, а сейчас будем топать, двигать к скале Соколов, если мне не изменяет память, название такое. Морда, ну что ты, ну что ты. Так, дошли до первого местечка, короче. Здесь надо вот так вот расчехлиться и вот таким образом раз, опа, спуститься вниз. Да, ну вариантов лучше здесь нет. Пух, пошла, да? Прыгай! Не будешь прыгать? Ну ладно, все. Стесняется камеры. Смотрите, сразу камера увидела, ушла. Короче, преодолели вот этот вот участочек. Вот, в общем-то, сейчас пойдем дальше. Вот, почти пришли. Скалолазному району. Блин, вот эти скалы выглядят просто вот, ну, офигенно, короче. Вот после Адербиевки, когда сюда приезжаешь, такое ощущение, что я не знаю, прям новая жизнь какая-то здесь, прям новая жизнь. Класс. Рельефчик такой, никого нету, вообще красота. Еще и тенек есть. Я боялся, что тенька не будет. Ну, может быть, днем и не будет. Но сейчас, короче, прям ништяк. Да. Народ, всем привет. Сегодня 24 сентября. Вы находитесь... Сентября, да? Ага. Короче, сегодня 24 августа. Нахожусь в поселочке Пшада. Вы посмотрите, какие здесь классные скалы. С нависанием. Пробитые. Вот это самая простая трасса. С нее начнем разминочку и дальше пойдем вот туда, 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 туда. Вот. В общем-то, захотелось разбавить тренировки в Адербиевке чем-то более таким. Вот, потому что каждый раз вспоминал про эти скалы. Невысокие, но достаточно такие мощные, требующие некого скилла. Короче, решено было сюда приехать, потренить. А вот. Вот как-то так. Гляньте. В прошлый раз тут у меня осталось пару моментиков, которые я не смог пройти. Надеюсь, сегодня получится.
Короче, пролез прям легенькую трассу. Вон, тут получается. Под конец упала камера. Вот такая вот трасса. Коротенькая, интересная. Ну, короче, класс. Все, сейчас немного отдых и потом на следующую. Так, ну что, мы пролезли оба по одной трассе. В общем-то, вот по вот этой вот простенькой. Сейчас будет вторая трасса посложнее. Я ее еще с нижней страховкой не пролазил. Короче, максимально очково. Вот, упала камера. GoPro упала, чуть-чуть подразбил объективчик. Но там стоит стекло сменное, поэтому пофигу. И немного коцнул Insta360. Короче, я сегодня здесь на скалах коцнул все вообще, что мог. Просто, ну, это экшн-камеры. Такова их судьба. А мне лезть надо вот. Получается, вот у нас раз шлямбур, вот два шлямбур, 3-4 вот туда пошел вверх. Класс. Так, ну что, народ, сегодня что-то день какой-то у нас максимально непродуктивный. Лазится очень мало, плохо и вообще жесть. Если пару месяцев назад я, короче, пролез вот эту трассу с верхней страховкой, со второго раза там, без всяких поддержаний, то сейчас в одном и том же месте, вот тут вот, я, короче, не отваливаюсь, но не могу ничего придумать, что мне сделать, как мне там придержаться. Все, то есть я тык и встал. Вот такая вот ситуация. Короче, немного из новостей. Новость первая. GoPro-шка перегрелась на середине моего сумасшедшего пролаза, когда я там 500 раз вставал на самостраховку. GoPro-шка запиликивает, сказала, что она просто перегрелась меня снимать в режиме таймлапс. Поэтому вот что вышло, то вышло. Это раз. Два. Вот там вот была легкая трасса, как мы думали, но в итоге получилось только одну оттяжку пройти. И все вообще. На этом трасса закончилась и решено было туда даже не лезть. И вот прошел, ну как прошел, вот эту вот трассу с легким читингом в виде придержаться за оттяжку. Да, но с нижней страховкой, да. Вот, ну понятно, что видно, что тут есть вот эта трасса, это вообще, вот это вот прям рановато мне, я бы сказал бы. И вот сюда в бок тоже мне, наверное, еще рановато. Зато там вот вижу сверху станцию. Блин, слушайте, здесь оказывается столько трасс прям вообще очень много. Вот, вот, допустим, ну простенькая трасса вообще кайфовая. Получается вот сюда в бок я прошел прям тяжеловато далась сегодня с нижней страховкой. И вот там вот еще где-то сбоку еще есть какая-то трасса. Вот. Я не знаю, вот сейчас можно будет попробовать ее пройти, посмотреть, что из этого вообще выйдет. Пока я Артура страховала. Так, ладно, все, начинаем интервью. Давай. Сегодня была такая очень неприятная ситуация. Для начала давай начнем. Какое сегодня число у нас? 24 августа. Августа. Я знаю. Не сентября. Пшада. 24 августа, Пшада. Приехали с Артуром полазить. Все было хорошо. До одного момента. До одного момента. Я не знаю, чем я не угодила Артуру. Но это не факт, что так случилось. Это но факт. Есть предположение. Вот так. Есть предположение, что произошло нечто страшное. Короче, вот там вот сверху. Вот. Сейчас попробую пока пальцем. Вот там вот сверху, короче, особо станции как таковой нету. Есть шлямбур и рапид стоит. То есть, чтобы оттуда спуститься, в принципе, нужно что сделать? Продеть веревку через рапиду, вот, и спускаться, короче. Но там две рапиды, еще одна старая какая-то есть, ржавая. Короче, я из-за того, что критиковала, как ты лезешь, ты просто сбросил на меня ржавый рапид, он прилетел мне прям в голову. Поэтому носите, ребята, каски. Альпинисты сейчас возрадуются. Все, кто писал мне про каски, сейчас возрадуются просто. И про перчатки. Вот, перчатки, смотрите, все, чтобы вопросов не было ко мне. Я вот с такими перчатками хожу. На самом деле, перчатки сейчас беру с собой для того, чтобы руки не пачкать. Вот, все. Вот так вот сидим. Солнца здесь практически нет, вообще шикарно. В
принципе. Сектор офигенный. Так, народ, ну что, время, в общем, 19 часов 10 минут. Полазили сегодня, честно сказать, вообще прям так себе. Прям вот максимально не выложились. Вот. Не знаю, что такое, но, короче, сегодня что-то прям очень плохо лазалось. Вот, сейчас дальше будет Жанне, купель и вот все такое. Тут здесь, кстати, уже мошки начинают заколебывать. Собака вот с нами весь день провела и до сих пор, короче, походу хочет уехать. Я думаю, что на этом видео подходит к своему логическому завершению. Ставим лайки, пишем комментарии. Вот, заходим в группу ВКонтакте, режим медведя в сообщество. Ссылочку где-нибудь бахну в описании. Вот как-то так. Всем пока.